Йоу. 15 ноября 2017, 18 июня 2018, 7 сентября 2018, 31 марта 2019 и 8 декабря 2019. Но легенды никогда не умирают. Меня зовут Сэм, это «Прослушка на тостере». Погнали! Десятого июля этого года вышел третий и посмертный альбом Juice WRLD под названием Legends Never Die или «Легенды никогда не умирают». Альбом стал сюрпризом, так как еще при жизни Juice было известно, что он работает над другим проектом — The Outsiders. Однако, посмотрев на Legends Never Die, становится понятным, почему именно он вышел первым. Сентиментальное название, классический вайб в песнях и слова для песен Juice WRLD. Присутствие тут четырех интерлюдий, одна из которых это 2,5 минуты того, как люди хип-хоп-культуры празднуют жизнь Juice WRLD. What do you see in Juice WRLD? Like, talk about the talent that you see from him. You just brought him out on stage in front of all these people. I see you said that he was like the best freestyler alive. He like that 2009. И в целом этот альбом был создан для того, чтобы отметить Juice WRLD, для того, чтобы порадовать фанатов Juice WRLD. В итоге план сработал, и Legends Never Die стал самым коммерчески успешным релизом этого года во всех жанрах. Альбом обогнал такие гиганты, как After Hours, The Weeknd, Eternal Attack, Lil Uzi Vert и еще очень-очень много альбомов. 500 тысяч продаж в первую неделю — это невероятные цифры. Альбом поддерживается 5 синглами, и Wishing Well как раз-таки один из синглов на альбоме. Кроме того, именно эта песня была отмечена как критиками, так и слушателями, как одна из лучших песен на этом альбоме. Несмотря на то, что большая часть альбома была собрана из уже готовых песен Juice WRLD, в которых мы слышим классического Juice, есть на этом альбоме несколько песен, которые выбиваются или отличаются в музыке, а именно поп-рок настроение таких песен, как Bad Energy, Tell Me You Love Me, Man of the Year и Wishing Well. Wishing Well начинается с гитарного соло, и даже когда в дело вступает бит, именно эта гитара выстраивает и составляет основу настроения песни, напоминая песни таких поп-рок-групп, как Green Day, Fall Out Boy, Blink-182. Когда ты слушаешь песни, как Man of the Year или Wishing Well, ты начинаешь поневоле фантазировать, как бы мог звучать Juice WRLD в рок-эстетике, так как текста его песен, а именно Emo Rap, очень похожи на контент практически любой поп-панк или поп-рок группы начала 2000-х. Кстати, как ты думаешь, как бы могла называться поп-рок группа Juice WRLD? В словах песни является классическим примером эмо-рэпа или, в частности, того контента, который делал Juice WRLD. «Я не могу дышать, я жду выдоха, я бросаю свою боль и свои желания в колодец, но безудачно, тем не менее я буду пытаться, даже если упаду, стресс на моих плечах, как лавина, перкассеты заставляют меня нервничать, наркотики убивают меня мягко, Лорен Хилл, иногда я не знаю, что я на самом деле чувствую». Тема наркотической зависимости, эмоциональных переживаний, неразделенной любви и в целом подавленности – главные темы любого эмо-рэпера от Lil Peep до Juice WRLD. Однако главная сила этой песни лежит в прикорусе. Это та часть, где я говорю тебе, что со мной все в порядке, но я вру. Я просто не хочу, чтобы ты переживал. Это та часть, где я прячу все свои чувства, потому что я не хочу, чтобы меня кто-то задел. 8 декабря 2019 года в аэропорту Чикаго в частном самолете Juice WRLD скончался от случайной передозировки наркотиками.
Официальная версия или самая популярная версия в том, что Juice знал, что на борт направляются полицейские из-за подозрения в нелегальном хранении оружия, поэтому он в панике решил проглотить все вещества, которые на нем были. Именно из-за контекста смерти Juice WRLD слова на этом прикорусе настолько впечатлили его фанатов и слушателей, что заставили их размышлять, дискутировать и сомневаться, был ли Juice WRLD несчастен в последние месяцы своей жизни. Являются эти слова эмоциональным самовыражением, поэтической экспрессией или отображением того, через что Juice WRLD действительно проходил в последние месяцы своей жизни, мы никогда не узнаем. Но мы точно знаем, что легенды никогда не умирают, доступен на всех стриминговых платформах, и прямо сейчас каждый из нас может выразить свою поддержку семье Juice WRLD, кликнув на кнопку Play. Меня зовут Сэм, это прослушка на Тостере. Пока. I can't breathe, I'm waiting for the exhale.